И всем привет, с вами я, Влад. Сегодня у нас будет баскетбол челлендж. Мы будем кидать мячик с вот этой стороны, с вот этой стороны и с вот этим потом. Сегодня буду играть я и мама. У нас будет 3 попытки, кто больше забьет, тот и побежает. Так, первая позиция у нас будет вот отсюда вот. От белой линии. И 3 попытки. Да, 3 попытки. Следующая попытка. Два попытки это пробовать. Сейчас я не разнялся. И 3 попытки это тоже промах. Сейчас будет мама. Я знаю, что мама не очень кидает, так что мне бояться нечего. Влад вообще 3 раза не попал. Вообще-то я без разминки, так что не надо. Надо. О, почти. Давай ставим лайк, чтобы мама не попала. Вот следующий пачок будет отсюда. И опять же 3 попытки. Что, поехали? Следующая позиция отсюда. 3 попытки. Я сказал вообще-то. Опять в промах, это что такое? О, чистое попадание. Получается один промах. И третий опять промах. Промах. Попытки. Давайте поставим лайки, чтобы мама не вырывала. Давай. Промах! Попадай. Давай, кусок. Ой, попадание! Давай! Сейчас мне страшно стало. Или что? Получается 1-1 пока еще. Да в смысле? Я так чувствую, что мама сейчас попадет. Теперь мои 3 попытки. Ну все, Вейга. Раз. Два. Нет, так не может быть. Может быть. Может быть. Я его сделал! Вот такой вот у нас был челлендж. Вот такой вот. Мама победила. И я в нем победила. И кто проиграл, кстати, у нас было наказание. 3 броска по попе. Эй! Давай, загибайся. Давай. Давай. Это что такое, мама? Давай. Что такое делаешь? Ай! Давай. Твою фигушку сложно попасть. Ну, так не честно. Еще раз, значит. Дай сюда мячик, я. Всем пока-пока. Пока-пока.